конкретные предложения. Первый тезис. Современными должны стать условия для занятий творчеством. В рамках нацпроекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Для решения этой задачи послания Министерством подготовлен проект программы на 5 лет «Творческое образование» на 2020-2024 годы. Это проект, программа предусматривает модернизацию развития инфраструктуры детских школ искусств через проведение капитальных ремонтов, текущих ремонтов, а также закупки оборудования и музыкальных инструментов. Отмечу, что в национальном проекте «Культура» на оборудование, музыкальные инструменты, деньги предполагаются в 2020 году, в 2022 и в 2024 году. Таким образом, в рамках национального проекта мы оснастим 11 детских школ искусств, 41 детская школа искусств будут оснащены в рамках нашей региональной программы. Также итогом программы станет строительство двух новых школ в Больших Ключищах и городе Димитровграде, капитальные ремонты в трех учреждениях, проведение текущих ремонтов в 46 учреждениях, обеспечение антитеррористической противопожарной безопасности в 27 учреждениях. Еще раз повторюсь, 52 школы у нас работают в Ульяновской области, все они будут оборудованы новыми музыкальными инструментами и оснащены мебелью через региональную программу. На эти цели нам необходимо из регионального и муниципального бюджета порядка 650 миллионов рублей, из которых 416 миллионов деньги регионального бюджета и почти 200 миллионов деньги муниципальных бюджетов.